здесь типа смотровой площадки, бинокли есть. Не регулируется. Я вчера пыталась отрегулировать. Вид из окна, 12 этаж. Подстанция тут какая-то. С другой стороны вид. Хотим еще повыше подняться. На крышу дома. Ух ты, как высоко. Даже страшно. Считай. А куда ехать в Хельсинки? А, Хельсинки. Вон в том направлении. Сейчас пойду я в бинокль посмотрю. Вот еще один вид из окна. Коридор здесь с полом. И много-много-много комнат. А это вот наша 607-я. Мы находимся на завтраке. Завтрак с 7 до 10. Шведский стол. Официанта постоянно его выбирают. Стол чистый. Питание, как обычно. Каши, что там еще? Сыр, овощи, яйца, чай, вот сладости, блинчики, варенье. Разнообразие. Так как гостиница очень большая, 12 этажей, то народу очень-очень много, и помещение для приема пищи очень большое, очень много столов. Вот какое большое помещение. Вот сколько много народа ест. Сейчас я пройду посмотрю. Ой, куда я зашла? Здесь окошко открыто. Без йогурта. Народ везде. Мне даже не пройти. А вот там вот сладость. Сейчас я возьму сладости.